看这个世界，实际上它需要一个全世界的密码学家的一个努力。这些年中国的密码研究，还有俄罗斯的密码研究，包含欧洲很多国家的密码研究，都已经提高到非常高的一个水平，能够汇聚世界各国的这个密码研究人员的力量，来解决我们共同关心的网络安全问题。Algorithms that we are looking at right now, they won't be fielded until next decade, and we are actually worried about technological trends like quantum computing, which doesn't exist yet. So, but we are convinced that it'll come around sometime, and perhaps in 10 years, and we have to be prepared for that. Криптография — это, ну, математическая основа, скажем так, безопасности связи, безопасности передачи информации, безопасности хранения информации. Государство настолько сильно, насколько сильна его система защиты информации. То есть, если государство не в состоянии защищать свою информацию, ну, оно будет несостоятельным и в международной политике, и во внутренней политике. То есть, проблемы будут везде, однозначно. Так криптография — это составная часть, очень важный кирпичик в фундаменте информационной безопасности. I think that the biggest challenge today in research, but also in cryptographic research, is actually the amount of work produced, just simply the sheer quantity of scientific research conducted and published and also maybe made available through informal channels. It's very important for cryptography to be developed in community, because communication are international, and that is why it's practically interested, and of course this is really important for push frontiers of cryptology forward for next 10 years. Проблемы-то перед всеми стоят общие. Защита информации — это для всех важно. И достижения в этой области, идеи именно надо обмениваться, тогда их будет больше. В Ярославле с 6 по 8 июня 2016 года состоялся 5-й симпозиум «Современные тенденции в криптографии» CT-Crypt-2016. В обсуждении самых актуальных вопросов теории и практики криптографической науки приняли участие наиболее уважаемые российские ученые и их передовые коллеги из Великобритании, Германии, Китая, Новой Зеландии, Кубы и других стран мира. Криптография, бесспорно, самая загадочная и таинственная для большинства людей область науки. Скрытые от посторонних глаз, ученые-криптографы с незапамятных времен испытывают на прочность действующие методы защиты информации и разрабатывают более совершенные, удобные и надежные. Сегодня, как и прежде, они незримо стоят на страже безопасности Отечества, помогая скрывать от ушей и глаз недоброжелателей государственные секреты, военную тайну, переговоры первых лиц страны. Но в современном мире, где информационно-коммуникационные технологии все глубже проникают во все области жизни, сфера применения криптографии стала поистине всеобъемлющей. На ее достижениях основывается работа всех высокотехнологичных сервисов. Электронное правительство и защищенный документооборот, дистанционное банковское обслуживание и карточные платежи, мгновенный обмен сообщениями и доступ к социальным сетям – все это осталось бы выдумками авторов научной фантастики, если бы не труд выдающихся ученых-криптографов и программистов по всему миру. Наука – это действительно очень интересная, потому что в математике часто задачи возникают, так, ну, как говорят, из логического развития науки, а задачи, которые возникают из криптографии, они идут от Земли, и чувствуется, что эти задачи действительно нужны. И для математики это, на мой взгляд, такая очень интересная область, потому что, с одной стороны, занимаешься трудными математическими задачами, а с другой стороны, чувствуешь, что это не только тебе интересно, но и нужно многим другим людям. Каждый из нас пользуется криптографическим девайсом в виде банковской карты, да, и никуда мы от этого не денемся. А когда мы эту банковскую карту вставляем в банкомат, возникает огромный механизм, вообще говоря, работы огромного количества криптографических устройств, криптографических протоколов, о которых мы даже не догадываемся. По мере того, как симпозиум набирает вес в научном обществе, в нем принимает участие все больше ученых международного класса. Обсуждаемые вопросы сохраняют остроту и актуальность. На CT Crypt 2016 в рамках пленарных заседаний прозвучали доклады ряда ученых, чьи имена известны специалистам по всему миру. Сяо Юнь Ван, профессор Института Циньхуа, снискала мировую славу, выявив уязвимости в официально принятых в Соединенных Штатах стандартах шифрования SHA-1 и MD5. Марку Юхани Олави Сааринен, член программного комитета симпозиума, участвовал в разработке сетевого протокола SSH, который сегодня является де-факто одним из основных стандартов безопасной связи в интернете. Статьи в зарубежных научных журналах Игоря Симаева и Клауса Дима, посвященные математическим основам современных стандартов шифрования, прекрасно знакомы исследователям по всему миру и активно цитируются. В
ходе симпозиума в дискуссию с ними вступили в том числе посредством телемоста известные зарубежные и российские ученые. CT Crypt 2016 собрал поистине звездный состав исследователей и практиков в области криптографии. Их вниманию программа форума предложила все наиболее важные вопросы не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Среди затронутых тем – квантовая криптография, перспективы использования асимметричной криптографии, применение криптографии в интернете вещей, а также разработка стандартов шифрования, которые сохранят свою устойчивость и с распространением квантовых компьютеров. After the announcement by National Security Agency last summer about transition into this post-quantum cryptographic world, that is a big topic. So that will mean that all the public key standards need to be revised within next 5 years or so. So that is something that is happening right now. Cryptography is a funny world in the sense that there may be developments that we don't know about because the security services are very very much involved there. So it is quite possible that somewhere behind closed doors there's a quantum computer as we speak. This is the main frontier of we can see in cryptography right now, that because it's change, it attracts more and more people from different scopes, IT specialists and physicists as well. Помимо глубоко научных аспектов, большое внимание на CT Crypt неизменно привлекают вопросы практической защиты информации. На симпозиуме обсуждаются перспективные технологии, которым суждено лечь в основу информационно-коммуникационных систем завтрашнего дня. Переняв из математической науки строгость и обстоятельность в решении проблем, опираясь на сложнейшие вычисления и многоэтажные формулы, криптография решает задачи, непосредственно связанные с практикой обеспечения безопасности передачи и хранения информации. В современном мире работа в этом направлении становится все более востребованной государством, обществом и бизнесом. Для нас, в общем, для таких практических криптографов важно не отставать от теоретических основ нашей науки криптографии и, собственно говоря, почерпывать здесь, вот на этой конференции, какие-то новые идеи для реализации. Они интересны и для нас, как, ну, возможно, новые тренды в реализации вот криптографического оборудования. Для нас, как для вендоров, тоже очень важно не отставать от научных результатов известных в мире. Of course, it needs to be applied. They can be some very useful, purely theoretical results, but you know, money is really the implementation. That's what the industry wants. And if we are training, let's say, engineers for the industry, we have to prepare the students with those skills that the industry needs. My background is in algebraic geometry. And so at the end of my studies, I thought, you know, what shall I do? Maybe as a PhD, maybe if I want to do one. And I thought, I want to have something which has some deep mathematics, but also some kind of applications. So I'm still very happy with that, because that combines actually what I want to do. I can do my mathematics, and I can do somehow in the direction of potential applications. Oh, 我特别高兴的是, 这个工作对美国尼斯特推动 新的哈士函数的标准与沙三的设计起到了很大的作用。我也特别高兴地看到这个工作的一些方法能够用于分析其他的一些算法，比如说分子密码算法和流密码算法的分析。我在过去很多年主要是从事密码分析的研究，我特别喜欢这个密码分析这个工作，因为如果我们想设计一个安全的密码算法， 首先要对密码算法的安全性有所了解。如果我们能够非常深入的对一些算法的安全性做出深入的研究，那么将有助于提高我们在密码算法的设计方面的能力。所以说， 5-й симпозиум CT Crypt показал, что сегодня интерес к развитию криптографической науки проявляют не только ученые со всего мира, настроенные на обмен идеями и опытом. Всестороннюю поддержку в проведении мероприятия готов оказывать бизнес. С вниманием относятся к теме и государственные структуры, направляя на мероприятия специалистов, вступая в диалог с научным сообществом. Общество постепенно начинает осознавать ту гигантскую пользу, которую приносят в различных областях достижения криптографической науки. Поэтому летом 2017 года 6-й симпозиум современной тенденции в криптографии станет событием, которое объединит еще больше представителей элиты научного мира и даст новый толчок развитию криптографической науки в России и мире. За рубежом криптографических конференций проводится очень много,
А у нас в стране, ну вот, как-то по инерции было большое торможение с раскрытием того, что раньше окружалось такой завесой тайны. А на самом деле и рядовым гражданинам, и специалистам нужно давать больше информации о том, что такое криптография, зачем она нужна, что нужно для криптографии, поскольку это действительно наука такая важная не только для государства, но и для каждого гражданина страны в отдельности. Cryptography combines basically codes and puzzles and that sort of challenges with pure mathematics and academia. So it has all the excitement of like hacking stuff and solving puzzles with this beautiful history and stuff. For me, it's the best science. 我希望这一次的交流会能够推动俄罗斯密码前沿的研究，当然也包含我们大家非常关注的量子密码算法的研究。 这是非常重要的一个研究方向。俄罗斯的密码专家和中国的密码学家有了很多的交流，特别是我们在很多感兴趣的密码研究方面有了很多的共识。也是因为这个原因，我特别愿意来参加这个会议。也希望我回到中国，能够推动俄罗斯与中国在密码研究方面的这种学术交流。 3 августа 2016 года отрасль информационной безопасности постигла тяжелая, невосполнимая потеря. Безвременно ушел из жизни Алексей Сергеевич Кузьмин. Крупный ученый, выдающийся организатор, живая душа и главный двигатель важнейших государственных проектов, а также просто очень хороший человек. Алексей Сергеевич был специалистом, который посвятил избранному поприщу всю жизнь и заслуженно пользовался международным авторитетом. Мы разделяем скорбь и приносим свои искренние соболезнования всем родным, близким, сослуживцам и многочисленным ученикам и продолжателям дела. Всем, кто знал Алексея Сергеевича и теперь хранит светлую память о его незаурядной личности.